ходила на рынок. И вот иду, и вот этого разрушенного здания. Даже ряд разрушенный. И провозглашаю всюду жизнь. Посмотрите, какие там цветы. Надо вот заросли прям. И там вон на дальнем плане слива зацветает розовым цветом. И реально всюду жизнь. Несмотря на то, что вот такие развалины, здесь так спокойно, так хорошо. Но во всяком случае мне так. Смотрите, меня вот это вот совсем не напрягает. Вот эти вот разрушенные здания. Не, конечно, хотелось бы, чтобы они были отстроенные. Посмотрите, сколько цветов. Примула. Смотрите, прелесть какая. Придет время, когда все восстановят. Не может такого быть, чтобы это упадничество продолжалось вечно. Вон даже тарелки висят. А вот там дальше я все время хожу мимо этого дерева. Никак не сниму. Видите, все цветет. Кстати, яйца сегодня по 130 рублей купила. Домашние. Кот черный. Киса. Ой, ты киса, какая красивая. С белыми лапками. Ой, ты какая красавица. С белыми усами, с белыми лапками. Ой, ты зайка. Вон там дальше это дерево. Это, оказывается, тутовник. Вон курочки гуляют. Курочки гуляют. И я гуляю. Сегодня погода будет меняться. На завтра передали плюс 10. Ну, посмотрим. И ливень. Причем ставят 100% прогноз, что ливень. Все просыпается, почки набухают. Телятки. Вон там вот. Я подозреваю, что это миндаль так цветет. Так красиво. Собаки гуляют. Машины ездят. Вот туда вот дорога на рынок. А сюда дорога домой через мостик. Вчера в речке смотрела. Какие-то рыбки плавают все-таки уже. Согрелись. Вот видите, как деревца маленькие. Вот тоже. Это, по-моему, вишня. Вот. Вот это вот дерево. Видите, какое? Его обрезали. Это старый тутовник. Но он мне показался таким красивым. Тут вот теленочек. Вот а газоны им стричь не надо. Они все выщипывают. А там дальше камелия, которую я раньше снимала. И сегодня очень тепло. И ветер теплый с моря. Даже душно. Вот. Это тутовник так обрезали. Старое дерево. А там дальше камелия. Всем хорошего дня!